Всем привет, мастерская слон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Давненько я не представлял вам наши финки НКВД. Ну, мы тут подготавливали их. И вчера мне тут сказал один из наших мастеров. Ну, я это и так знал. В принципе, видел. Ну, смысл такой. Есть фирма одна, которая изготавливает финки НКВД. В основном, по-моему, финки НКВД изготавливает. Они когда-то хотели, чтобы мы им изготавливали финки. Ну, то есть мы изготавливаем, они продают. Я, ну, для их организации, чтобы мы изготавливали финки. Вот, я отказал им. Ну, они практически слезали нашу финку. Но есть одно но. Делают они ее, по-русски скажем, через жопу. Ну, это вот мне и вчера сказали. И я сам так видел несколько финок в их исполнении. Ну, нечего сказать, страшно. Ну, еще они их делают только в кожаных ножнах, и кожаные ножны тоже страшны. Но у них есть очень большое преимущество, как перед нами. Они очень хорошие менеджеры или торгаши. Они эти финки продают по тем же ценам, что и у нас. Ну, там плюс-минус, может быть, так вот, пару сотен. Ну, те же цены, что и у нас. И продают они их сотнями в месяц. Так что менеджеры они отличные. Ну вот, это так, предисловие. Это к тому, что говорят, что у нас дорого. Блин. Ну, покупайте тогда у них. Я по обычаю не называю имена мастерских. Я думаю, раз они так много их продают, значит, их легко найти и легче, чем нас. Ну вот, и еще тогда хочу ответить на один комментарий ножами Боуи. Немного так. Иван Помидоров. Тут три у вас пункта. Второй я не буду касаться. Ну, он не к нашей мастерской относится. Поэтому я не буду его касаться. Ну, первый пункт. Ножи, конечно, с харизмой. Дело вкуса, конечно. Но рукояти какие-то топорные, грубые для такого клинка. Ну, понравилась рукоять там. Да, такая-то. Иван, я вам что могу сказать? Вам надо вживую подержать этот нож. И вы измените свое как отношение, как свое мнение. Рукоять на самом деле очень удобная у этого ножа. Очень удобная. Топорного здесь совсем ничего я не вижу. И, кстати, я еще сам видео посмотрел, вот эти вот рукояти ясень. Посмотрел, как-то они не очень на видео смотрятся. И я понял, что это из-за света. Вот так вот она смотрится. Вот так. Сейчас мы выключим свет. И она смотрится совсем по-другому. Действительно классно смотрится. Все равно засвечивает. Вот. Но она вот действительно классная. Один нож заказали, хотя с таким светом. Рукоять, Иван, очень удобная. Так что приобретайте нож, подержите его в руках. Ну, если не понравится, мы не как та организация, которую вы во втором пункте пишете. Мы вернем деньги. Но я думаю, деньги вы назад не захотите. А еще захотите приобрести у нас что-нибудь. Так что милости прошу к нам. И вы перестанете расстраиваться, как во втором пункте, по ножам. Ну, я так думаю. Мы, по крайней мере, все сделаем для того, чтобы вы изменили свое мнение к рукояти и перестали расстраиваться, открывая посылку с ножами. Наоборот, чтобы у вас возникало желание
еще заказывать. Так, и вот я понял, что свет что-то меняет рукояти, и не очень-то он помогает. Поэтому сегодня без света будем снимать. Да, еще, Иван, я же по третьему пункту еще говорил. Я смотрю видео с сабвуфером, и на записи явно чувствуется низкочастотный фон, который напрягает. Ну, Иван, я же нахожусь в промзоне. Я же в промзоне нахожусь, конечно, здесь левые, то есть мастерская у нас здесь рядом, и другие мастерские есть, и напротив мастерские, и кузница напротив. То есть, конечно, посторонние звуки будут. Тут уже я сейчас что сделаю? Ничего не сделаю. Ну, давайте к нашим финкам. Я с ценами разбирался, я не знаю. Я сейчас вас запутаю, наверное, с ценами. Я сам запутался. Ну, просто разные варианты. Как это? Сейчас уже модно. Допы. Поэтому старайтесь не запутаться. Если что, Ивану звоните, он вам все объяснит, в каком варианте вам понравилась финка и сколько она стоит. Ну, давайте начнем. Ну, сначала стандартно нашу финку и КВД. Деревянных ножках. Съемный подвес. Так вот она выглядит. Так, длина клинка 125 миллиметров. Это заточено уже, ну, 21 миллиметр ширина клинка, буду я мерить. Толщина клинка 2,5 миллиметра. Длина рукояти 118,5 миллиметров. Удобная финка НКВД в нашем исполнении. Это не копия той знаменитой финки НКВД. Это финка НКВД, ну, в нашем исполнении, назовем так. Деревянными ножнами. И к этому ножу идут еще кожаные ножны. Так вот это все выглядит. Двойной подвес. Заточка. Блин, ну давайте салфетку попробуем. Нет, салфетку не будет резать. Уж больно она тут вот, так вот ее сложим. О, я просрамился. Сетку не режет на весу. Вот так вот. Ну, на самом деле режет хорошо. Сейчас возьму. Давайте вот. От посылок остаются вот эти вот. Ай, ноготь. Ноготь цепнул. Вот. Тонкая совсем. Так вот режет. Если у кого-то так не режет наш нож, то вы, конечно же, обращайтесь, мы будем исправляться. Так, давайте по ценам. Финку можно приобрести в разных вариантах, но сейчас вот в таком варианте без деревянных ножен нет, но есть в работе. То есть стоимость нашей финки вот в таком варианте. Без деревянных ножен, в кожаных ножнах 10 900 по прайсу, со скидкой подписчика 9 810 рублей.
стоимость этой же финки под вес повесим. Так вот легко быстренько вешается подвесик. Чтобы не мешалось, тоже застегнем. Стоимость вот такого комплекта. Такой комплект. Так, сейчас я считаю тут надписи сколько. Короче говоря, деревянные ножны 7500, это как бы. И 18400 стоимость ножа вот с таким комплектом. Минус скидка подписчика 16560. Такой вот вариант. Далее. Далее вот такой вариант. Красной звездой. Ну, здесь 10900 плюс 1500 красная звезда. 10900 плюс 1500 равно 12400 вот в таком варианте. 12400 это по прайсу. Это полированная вот финка. То есть вот эта полированная, та была травленая. Я потом покажу разницу. Вот в таком варианте стоимость. Размеры одинаковые, я больше не буду мерить размеры. Размеры я сказал. В таком вот варианте 12400 по прайсу и со скидкой подписчика 11160 рублей. Далее. Вынем. Далее, такой вот вариант может быть. Тоже полированная. Здесь и стоимость вот такого комплекта уже. Стоимость такого комплекта 19900 минус скидка подписчика, для подписчиков 17910. Стоимость в таком варианте. Далее. Далее мы сделали тут немного новенькое кое-что. Ну, короче, вот в таком варианте мы изготовили нож. Его можно как в деревянных ножнах приобрести, так и в кожаных ножнах. Стоимость такого комплекта 20 900 рублей. Со скидкой подписчика 18 810 рублей. Так вот оно смотрится. Поближе покажу. Так вот. Это белый акрил. Ну и черный граб. О, чудо, чудо. У нас дождь пошел. Больше месяца, наверное, не было дождя у нас. Пошел наконец-то дождь. Можно приобрести эту финку, ну такую же финку, то есть вот она одна готова, но там еще есть в работе, без деревянных ножен, в кожаных ножнах, то есть можно и вариант в черных ножнах,
Давайте стянем. В черных ножнах. Или в коричневых ножнах. Или в коричневых ножнах, таких вот. Стоимость этого варианта финки в этих, в кожаных ножнах, без деревянных ножен. Так, 11 900 минус скидка подписчика 10 710 рублей. Также, ну, возможно на эти финки НКВД, но на любую из них, то есть можно изменить, например, здесь герб НКВД, герб Советского Союза, инициалы, то есть спрашивайте, что вам интересно, можно много что добавить. Это тоже по запросу Ивану, и вам объявим допы. Такие вот у нас финки. Давайте я покажу вам их. Угу. Белую и черную вместе для сравнения. Это не обе полированные. Нет, это травленая. Верхняя травленая, нижняя полированная. Так вот они выглядят. И давайте в деревянных ножнах покажем, как они выглядят вместе для сравнения. Вот так вот они выглядят. Эти финки в наличии, все, что я показал, они заточены, в принципе, в том варианте, в котором, если ничего дополнительно не заказывать, то мы можем их отправить, ну, сразу после оплаты. И еще я тут не подготовился, забыл. Не подготовился, что-то забыл просто про это. Можно приобрести отдельно 1500 рублей вот такой вот пенал. Сейчас я покажу, как это все будет выглядеть в пенале, если все уложить. Ну, допустим, так вот. Подарочный пенал, назовем вот так. Ну вот, грубо говоря, вот так это все будет выглядеть. Вот и подарочный. Если кому-то на подарки. Дуб. Натуральный дуб. Это как дополнительная опция. 1500 рублей такой пенальчик стоит.
вынимаете все. Вот такое у нас сегодня предложение к вам. Такие вот финкинклады у нас сейчас в наличии есть. Так что, если кого-то заинтересовало, обращайтесь. Мы будем рады порадовать вас. Ну ладно, на сегодня все. Сегодня прохладненько, дождик идет, наконец-то. Все засохло. Там поливаю каждый день практически. Поливаю, докашу. Трава все равно растет. Ну, всем удачи, всем здоровья, всем хороших ножей наших. Ну и смотрите наши ролики, приобретайте нашу продукцию «Мирного неба над головой». И до новых встреч!